Это правда. Большие деньги всегда любят тишину. То есть, поэтому, когда мы говорим про управление крупным капиталом, да, то есть мы это делаем, я никогда не называю там фамилии, с кем я работаю, я никогда не рассказываю о тех стратегиях, которые мы используем, да, то есть это абсолютно правда. Ну, это в большей степени, наверное, в реальном бизнесе, потому что в инвестициях, ну, все на поверхности лежит, если мы говорим про долгосрочные инвестиции. Это в большей степени относится к сделкам каким-то, да, то есть у тебя должно что-то в жизни получиться, да, и ты должен заработать какой-то большой капитал. Ты начинаешь ходить и на всех углах рассказывать о том, что вау, вот я скоро вот прямо, вот у меня сейчас пройдет сделка, все. И с высокой долей вероятности она не произойдет. Я верю в энергию. Ну, на самом деле верю в энергию. Я считаю, что чем больше мы... А слова – это же энергия, вот все, что мы выплескиваем во Вселенную, это ту энергию, которую мы выплескиваем. Чем больше мы выбалтываем о своих планах, есть же даже такая поговорка, что хочешь рассмешить Господа, расскажи ему о своих планах. Вот как только мы Господу начинаем рассказывать о своих планах, как мы сейчас сказочно разбогатеем и уедем жить на острова, курить сигары в обществе там каких-то шикарных девушек-эфиопок, да, вот, то тем это реже получается, потому что не надо расходовать энергию впустую, ее нужно лучше в дело расходовать, не надо болтать, надо делать дело, да, не надо рассказывать о том, что вот, блин, сейчас куплю кроссовки и начну бегать. Есть туфли у тебя, начни бегать в туфлях. Начнешь бегать в туфлях, появятся деньги на кроссовку. На кроссовке. Мы очень часто путаем причину и следствие, да, образно говоря. Мы всегда, вот нам вот это вот надо, вот надо сделать зубы, но не могу сделать зубы, надо аккумулятор в машине покупать, не могу поменять аккумулятор, зарабатываю мало. Да поменяй ты уже чертовый аккумулятор, поменяй и зубы отремонтируй. Деньги даются по цели. Вот когда у тебя есть четкая цель, почему я говорю, да, что когда мы личный финансовый план составляем, мы его с цели начинаем. Как только мы формируем цели, после этого у нас все начинает получаться. Пока у нас нету цели, и мы деньги откладываем на черный день, мы их сольем.